На сегодняшний день объем межкооперационных связей малого и среднего бизнеса с крупнейшими подрядчиками в Вологодской области превысил 17 миллиардов рублей. Когда несколько лет назад была объявлена программа «Синергия роста», которую объявил губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников, то эти цифры исчислялись десятками миллионов рублей. Сейчас это десятки миллиардов. И, естественно, когда малый и средний бизнес получают возможность совместно с крупным бизнесом практически на одной площадке решать все основные вопросы, находясь в прямом диалоге с бизнесом, это очень дорогого стоит.